Доброе утро, люди! Доброе утро, друзья! Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, а тема более чем интригует. Утро, блюз, русскоязычный блюз из Донецка, дикий мир. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это тебе только кажется. Так что все не так уж плохо, мама, это теб
все не так уж плохо, мама. Это тебе только кажется так, в натуре все не так уж плохо, мама. Не так уж плохо, мама. Это тебе только кажется так, что все не так уж плохо, мама. Это тебе только кажется так, что все не так уж плохо, мама. Траур под ногтями и коричневый пиджак. Он терпеть не может кошек, он любит собак. Он курит дрянь, но не может не курить. Он любит выпить, но может и не пить. Он тащит в дом свой небогатый улов, а там жена, телевизор и двое пацанов. Ему 32, она старше лет на 5. Он ничего не умеет, и она ему как мать. Он приходит со смены, еле живой. Она стоит за черным хлебом и серой колбасой. Они вяло грызутся и молчат за столом. Она все еще любит, и он был когда-то влюблен, но их день похож на день, и ему не впервой. Он никогда не был первым, и у нее второй. И ведь она совсем не дура, да и он не простак. Они не знают, в чем дело, но чувствуют, что-то не так, что-то не так. Что-то не так. Что-то не так. Что-то не так. Но баре не возьмет. Он знает песню про ковбоев, иногда ее поет. Он прочел «Три мушкетера» в 14 лет. Но с тех пор он стал умней, и они рано гасят свет. Он изучил Камасутру по картинкам на заборах. Но за стеной спят дети, и слышно каждый шорох. И он спокойно засыпает и никогда не видит снов. Она целует его в щеку, вот и вся любовь. А в воскресенье она на кухне, а он копает огород. И потихоньку стареет, и уже не всплывет. И ведь она совсем не дура, да и он не простак. Они не знают, в чем дело, но чувствуют, что-то не так. 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 Когда твоя мама уедет, когда захлопнется толстая дверь, когда твоя мама уедет,
хотя бы на пару недель в трехкомнатной гулкой квартире. Одни, неужели одни? Как будто одни в целом мире. О, это будут счастливые дни, когда твоя мама уедет. Мы будем вдвоем просыпаться. Я буду тебя целовать. И незачем мне возвращаться. И некуда тебя провожать. Заглохнет твой наглый будильник. И больше не потревожит твой сон. Отключенный холодильник и сломанный телефон. Когда твоя мама когда станет тусклым и сонным свет окон в соседних домах, я буду по комнатам темным тебя носить на руках, и ты не заметишь, как небо идет сумасшедший июль. И вновь суета и проблемы, грудой немытых кастрюль. Когда твоя мама уедет,
черные очки в ларьке за углом. Я прикрою сердце своим крестильным крестом. Я приклею улыбку к деревянным губам. Я приделаю кеды к ватным ногам. Я захлопну дверь и окунусь головой в уличный дребезги гам. Знакомые лица, но новый жаргон и прикид. Новые песни, но от них, как от старых, мутит. Здесь все иначе, но не похоже, чтоб я опоздал. Знакомый сюжет, но я хотел бы увидеть финал. Но я хочу посмотреть этот старый дрянной сериал. Черных зеркальных очков.